Вона говорить, що дім – це не просто стіни, меблі та декор. Це перш за все душа. Саме тому її професія – це не просто робота. Це те, що робить щасливою її родину та її клієнтів. Сьогодні в ексклюзиві, як завжди, ексклюзивний гість. Наша землячка – молода українська дизайнерка інтер'єру Тамара Гусейнова. Вітаю тебе. Привіт. Я дуже рада, що ти знайшла все ж час, можливість завітати до нас в програму. Тому я надіюсь, що наша розмова буде дуже цікавою і, скажімо так, вона допоможе нашим глядачам в чомусь. Надіюсь, я теж дуже рада. Спасибо. Настроєння супер. Сьогодні суперська погода. І коли тільки виходить сонечко, тим більше в такий період, одразу ж настроєння піднімається. Томочка, ти досить таки молода. Українська дизайнерка інтер'єру, дизайнер. Але тим не менш, постійний потік клієнтів. Я слідкую в Інстаграмі вже 70 на даному етапі тисяч підписників. І я бажаю, щоб далі було тільки більше. Але успіху ти досягла вже в Києві. Тим не менш, родом ти з Кіровоградщини. Де ти народилась саме? Я прямо із Кіровограда. Да. Для мене привичний Кіровоград, не Кропивницький, тому я говорю, я да, з Кіровограда. Ти часто додому приїжджаєш? Я раніше приїжджала часто, зараз ні, тому що батьки вже потихоньку перебираються в Київ. І ми вже всі тут зосередоточились. Столичні. Столичні, да. Ну, вот, поэтому Кіровоград по случаю. А от як згадуєш місто, з чим асоціюється? Можливо, з архітектури щось, ну, дивлячись на те, що ти в цій області працюєш. Угу. Можливо, з якимось закладом? З людьми. У мене асоціація по Кіровограду це моє бурне, ну як сказати, постійне вот движение. Я у школі, у мене вот після школи школа музикальна, там где-то рисування, где-то ще якісь кружки. У мене вот такий круговорот, поэтому воспоминания у мене вот такі, що нон-стоп, все время откуда-то куда-то вот идёшь, что-то новое, что-то где-то учишь, новые люди. Вот как-то так. Але ж нічого не змінилось. Тут також, так, нон-стоп. Да, ритм остался тот же. И можно сказать, что тот ритм, который вот у меня в детстве был в этих кружках, он, в принципе, мне и помогает держаться сейчас в ритме, потому что Киев, конечно, намного более темп быстрый, да, жизни в Кировограде не такой, но вот за счет того, что там был такой круговорот, то и сейчас мне легче. Ну, тут легче. Більш активніше. Конечно, да. Згадала за школу. Якими були твої шкільні роки, в якій ти школі навчалась? В 20-й школі. Угу. Училась. Ми жили рядышком зі школою, поэтому було дуже удобно. За 3 минути виходиш, все одно завжди опаздуєш. Це про мене. Вот. Школа у мене асоціюється, вот я ж говорю, все время з тим, що у мене не було свободного времени. То, что постоянно вот мы, мама меня старалась везде записать, чтобы я попробовала себя в разных направлениях, чтобы нашла то, что мне нравится, поэтому мы пробовали все. А от мама вона заставляла, чи ти от сама хотіла? Ти сказала за музикальну школу, так, за малювання. Що тобі більше до вподоби було? В начале мне было все супер нравилось. И вот, например, музыкальная школа. Я сама захотела записаться на скрипку. Я увидела этот инструмент. И меня прямо, ну знаешь, оно настолько вот, настолько изящно, настолько красиво, мне очень захотелось. Но в процессе, конечно, это для ребенка сложно, потому что каждый вот музыкальный инструмент, он требует, во-первых, очень сильного труда, усидчивости. Это, как моя учительница говорила, по 6 часов нужно заниматься в день. А, ну, ребенку это выдержать очень сложно. Поэтому были моменты, когда я говорила, все, зачем мне эта школа, бросаем, уходим, но не бросили. Алена, наскільки я знаю, ти вмієш грати на синтезаторі. І так? На фортепіано, так. Да. Два на скрипці також зараз вмієш грати? Я не знаю, так зараз. Я вже 10 років не грала. Треба було з собою скрипку брати. А малювати? Пристрасть до малювання? Мені кажется, з самого дитинства у мене є такі рисуночки, буквально з 3 років, наверное. В садике ще, ну, це вже по маминим розказам, тому що я не помню цього, к сожалению, но вот в садике вона говорить, мене увидела учительница по рисованию, увидела роботи, говорить, нужно развиваться. И вот у нас частные мы занятия брали у этой учительницы, и 10 лет рисования я прошла.
Ну, плоди ми бачимо вже. Ну да, це, звісно, все. Так? Да. А твоя родина, ти згадуєш за маму. Яка вона? Як ти можеш описати її? З кого складається? Мама, папа і моя сестра, младшая, Лейла. У мене, якщо сказати про родителей, супердобрі люди. Суперлюбящие, вот они нас, как бы сказать, так укутали добротой и любовью в детстве и старались нам максимально помочь, как только могли. Разные были периоды в жизни, было и сложно, ну вот мы знаем все эти моменты кризисные, но все равно, что бы ни было, они старались нас и все, что нам нужно, нам купить, и куда мы хотим нас повезти и так далее. Папа у меня очень творческий. Хоть он и не заканчивал никакие музыкальные учреждения, но он, у него абсолютный слух, и он может подобрать прямо на фортепиано, на гитаре любую мелодию без образования. Ты батька, это точно. Ну, он не только мне, он больше даже моей сестре Леле передал вот эти свои таланты и свое рвение к музыке, вот это душевное такое. Лейла у меня профессиональный музыкант. Да, она очень талантливая, поэтому... А сколько років сестре? Ей сейчас 21, надеюсь. Чем она занимается безпосередньо? Она навчается? Она сейчас учится, да, учится в университете Поплавского. Пошла уже больше по звукорежиссуре. Но вот мне кажется, что все-таки она себя еще найдет в чем-то таком музыкальном, в плане того, что, может быть, будет писать музыку, может быть, будет преподавать музыку. Ну, у нее есть к этому очень сильный талант, поэтому посмотрим. Але все ж творчий напрям. Да, да, да. А батьки чем занимаются? Частные предприниматели. Мама у нас домохозяйка, но она всегда найдет чем себя занять. Она суперответственный человек, и ты знаешь, вот эта педантичность и скрупулезность в каждой мелочи, это все от мамы. Она по образованию, у нее математическое образование, и вот у нее все супер точно, супер скрупулезно, и вот она это, нам это как бы и передала. Том, знаешь, зараз деякі дизайнери інтер'єрів, вони позиціонують себе без профільної освіти. Дехто пишається цим, дехто навпаки там замовчує. Ви з чоловіком маєте профільну вищу освіту, технічну. Факультет цивільної інженерії, якщо я не помиляюсь. Чому ти, юна дівчина, обрала саме такий технічний напрямок ще тоді? Зараз вже зрозуміло, так, це вилилось більш в таку творчість, легку професію, жіночу, я маю на увазі. А от тоді, чому вибрала? Сказать, что я выбрала осознанно, нет. А, зрозуміло. Такого не было. Было так. Рекомендували, скажем. Даже не так. Значит, 11 класс, ЗНО, подготовка к поступлению. Четко я понимала, хочу в Киев поступать. В Кировоград мы даже не подавали. Но куда, в какой университет, не было понимания окончательного. Я понимаю, конечно, что творческие направления мне подходят. Но в то же время думаю, что может быть какой-то экономическое, будет очень престижно. Потому что знаешь, как родители говорят, вот, быть международным экономистом очень будет перспективно, в общем. Ну и завжди знадобиться. Да, всегда финансы. Пригодится, конечно. Но вот пришел момент поступления. ЗНО я сдала хорошо, на высокие баллы, проходила на бюджет во многих университетах. И, значит, я подала в Гетьмана, насколько помню, на экономический, на международную экономику. Подала в Шевченко на какой-то юридический факультет. Ну, в общем, меня разнесло на разные направления. Ты еще не могла заразуметь, так? Да, я не понимала четко, чего я хочу. И подала еще на строительно-архитектурный, вот в КИСИ, потому что я думаю так. Класс, архитектура, это, конечно, это, наверное, оно. Я и рисование люблю, и рахувати. Это творческое, да. И думаю, это, наверное, оно. Но все равно вот при подаче документов не было точного понимания. И даже, но вот я точно помню такую мысль, что даже когда я подала на экономический, я думаю, подам на экономический, а потом пойду на курсы дизайна. Я не знаю, почему, откуда. Но вот оно как-то мне...
Нравилось и смотреть передачи про ремонт. Сестра говорит, выключи уже свою штукатурку. Сколько можно? Ну, в общем, в итоге как-то так получилось. Я бы сказала, что это по случайности, что мы поступили все-таки в КИСИ. Так, вот так сложилось. У меня была подружка на год старше, и она поступила вот на этот факультет промышленно-гражданского строительства. И я ей звоню, говорю, так, а куда ты там поступила? Скажи, как факультет называется? Она говорит, ПГС. Я говорю, ПГС? А что это? Она говорит, а я не знаю. Я говорю, хорошо, поступаю. Щеночья солидарность. Да-да-да, вот я туда поступила. Но в итоге это был, наверное, самый лучший мой выбор. Потому что вот наш факультет, он открывает очень много возможностей. В каком плане? Конечно, у нас не учили точно дизайну интерьера. Там не было какого-то определенного направления профессии. Мы по профессии инженер-проектировщик. Но это настолько широкая сфера, что можно пойти и в строительство многоэтажных домов, и конструктором, да, и проектировщиком, и архитектором, и дизайнером. И я потом просто еще с самого первого курса, вот у меня там мысль была про дизайн, я уже начала ходить на курсы дизайна, параллельно что-то изучать самостоятельно, и вот оно так понемножку и вышло. Ну не жалкуєш? Що ти тоді обрала? Ні, звісно. А як вважаєш, взагалі дизайнер без освіти, він має право на існування взагалі чи ні? Ну, давай тоді розложимо дизайнера, да, розкажемо, які є варіанти. Тому що дизайнер може бути різний. Може бути, наприклад, дизайнер той, який виконує сам від проєкту до повністю супроводжує ремонт, полностью он делает и проектную часть, и чертежи, визуализацию. Вот он сам. Есть просто визуализатор, к примеру, есть просто архитектор, который делает чертежи. Вот для того дизайнера, кто хочет от начала до конца все уметь сам, по моему мнению, конечно, нужно образование. Потому что, ну, хорошо, можно и без образования, но тогда нужна очень долгая практика. Досвид. Да, огромный опыт пройти через многочисленные проекты, ремонты, которые и научат этому, да. Но все равно я сейчас понимаю, что если бы, например, у меня не было высшего технического образования, то многие моменты я могла бы просто не понимать технически. Узлы, примыкания какие-то, еще какие-то нюансы, которые вот сейчас мне легко даются, я понимаю, как это выполнить, понимаю, что реализуемо, что нет. А вот, например, к нам сейчас приходят уже на работу молодые дизайнеры, мы не обращаем внимания, образование или без, или самообразование. Человек может и самостоятельно стать очень крутым специалистом, если будет ну, все изучать. Да? То я смотрю, что те, у кого совсем нет понимания в техническом, тем сложнее. Потому что красивая картинка в дизайне — это только начало. А вся суть — это как уже... ее реализовать? Да, как ее реализовать так. И как ее воплотить в жизнь. І найголовніше, хто буде платити за помилки потім, да. Дизайнер чи вже клієнт? Да, да. Ви з чоловіком, Діма, Дмитро, і сім'я, і друзі, і колеги, і партнери. Як вдається суміщати це все? І чи вдається? Вдається. Не всегда легко. Все-таки это, конечно, такой сложный путь, когда это и классно одновременно, и есть и плюсы, и минусы. Вот мы, например, столкнулись с тем, что мы сейчас очень много в работе. Мы оба очень ответственные люди. И очень переживательные люди. И вот, например, когда у нас, ну, у нас множество объектов, и мы за что-то, за каждую мелочь переживаем оба, и оба очень сильно. И нет такого человека, который скажет, ну, расслабься, все будет хорошо. Нет, мы наоборот, вот круглосуточно можем о чем-то думать, думать, как улучшить, думать, как исправить, если какая-то ошибка, или думать, как спроектировать. Вот, и поэтому мы можем просто... погрузнуть, да, в такую рабочую атмосферу и забыть о том, что иногда нужно просто расслабиться и побыть вдвоем. Вот, поэтому это только недавно заметили и начали исправлять. А от коли підходить та робоча точка, коли вже треба забути про роботу, як ви це відчуваєте? І, скажімо, як переходите в більш такий режим відпочинку? Пока ми не навчились.
честно скажу. Мы пока что так, если вот приходят моменты напряженные, какие-то стрессовые в работе, то мы их пока что не научились отпустить. Все равно переживаем. Знакома ситуация. Ну, это, наверное, придет со временем, я надеюсь. А познайомились як? В університеті. Ви разом навчались? Так, да, в одній групі. Ми познайомились прямо перший день учоби. А кохання коли прийшло? Не сразу. Ну, ми почали сразу дружити. Как-то вот как-то оно так все закрутилось. Я была в группе старосты, Дима замстаросты. И мы вот в самый первый день, когда было собрание такое, всех студентов, нас всех между собой познакомили, распределили по группам. Мы в тот день и на собрании старост познакомились. Вот так. Ну, старости, замстарости, це ви з юності такі відповідальні люди виходять. Так получилось как-то. Активісти. Добре. Чи не набридає все ж таки сумісна робота? І чи не боїшся ти, не дай Боже, втратити через роботу сімейні відносини? Звісно, боюсь. Ми просто привикли з самого початку. От ми з університету з першого дня практично 24/7 в місті. Тому що ми в одній групі вчились. Ми потім в місті в Польщі вчились. Потім ми в місті працювали. І ми, ну, нам комфортно вдвоєм. Тому, коли ми почали навіть працювати в місті, у нас не було от цього стресового періоду, що ми, наприклад, раньше были всегда каждый своим, а потом начали вместе. Нет, потому что мы всегда были вместе. Вот. Но все равно, несмотря на то, что мы к этому привыкшие, и нам так в этом комфортно, но все равно каждому, конечно, нужно немножко своего личного пространства. Вот. Свободы. Немножко, да. Ты згадала за Польщу. А чем вы там занимались, где навчались? Это программа? Да, это была программа по обмену. Цю інформацію я ніде не знайшла. Да. Була програма по обміну, називалась, як називалась? Не пам'ятаю вже. Діма за кадром просто. Да. Значить, ми на магістратуру поїхали по нашій же спеціальності. Можна було поступити в будь-який університет, ну, який в рамках цієї програми в Польщі предоставляє ту можливість. І ми поступили в город Познань, Познанський політехнічний університет. І там проучились год. Польську вивчила? Да, но сейчас не буду говорить. Это, знаешь, а ну скажи что-то по-польски. Ні-ні. Як ви одружились? Пам'ятаєш, як зробив Діма пропозицію? Конечно. Я так більш до особистого перейшла. Ми ще про роботу обов'язково поговоримо, але хочеться тебе розкрити саме як людину, як жінку. Конечно, помню. Ти знаєш, у мене от завжди було таке впечатлення, що я точно буду знати, когда Дима предложение соберется делать. Я думала, что ну, я по-любому это почувствую, увижу там или как-то... Ну, женки завжди такие подловлю. Да, но получилось не так. Я работала в тот период в студии. И, значит, просто вот был обычный какой-то день перед Диминым днем рождения. И... директор мне говорит: Тамара, сегодня будет встреча, нужно будет встретиться с заказчиком, там у него какой-то суперпроект, и возьми всю нашу рекламную продукцию. Я набрала целый пакет, значит, буклеты, журналы, наши продукции, наши проекты. В общем, все, что у меня было в арсенале, я все с собой взяла. И он, значит, мне написал адрес, где будет встреча. Мы должны были ехать вдвоем, но в последний момент мне директор говорит: так, у меня не получается, у меня форс-мажор, пожалуйста, едь сама, я не могу. Ну, я переживала, ну, потому что куда-то ехать навстречу самой, это переживательно для меня. И, ну, думаю, ладно, все-таки это работа, есть обязанности, есть ответственность, поехала. Значит, приезжаю, меня там, звоню по номеру этому, и меня встречает какой-то мужчина. Говорит: пройдемте, я вас проведу навстречу. Думаю: ого, что за клиент? Не обслуживание. Да, значит, он меня проводит, говорит: пойдемте, я так на расстоянии иду, соблюдаю такую минимальную осторожность, да, которую могу. И он меня, значит, проводит в отель. Ну, не то, что в отель, там такой комплекс ресторанно-отельный. Говорит: проходите, вас там ожидают.
Ну, я уже немножко нервничаю. Ну, как немножко, сильно нервничаю. Думаю, так, что-то происходит. Но мысли о том, что это может быть Дима что-то подстроил, точно не было. Ну, в тебе все думки просто про работу. Да, я про работу, я продумываю, так, что я буду говорить, как я представлю, нужно же показать компанию в хорошем свете и так далее. И вот, значит, он говорит, проходите, открывает вот так двери, и за роялем сидит пианист. И играет нашу любимую песню с Димой. У меня просто, ну, я ничего не успела подумать, так просто стою, что? И потом он открывает вторую дверь, и там Дима. Я все равно ничего не поняла. Но у меня был ступор, честно, это был шок. И я так просто стою в шоке. И Дима ко мне подходит и сразу же делает предложение, без секунды каких-то размышлений. Говорит потом, ну, чтобы ты сразу вот почувствовала, чтобы сразу сказала. Ну, и я просто стояла несколько секунд в ступоре, и Дима такой... Ну? Ну. А я говорю, я просто растерялась, ну, потому что как, что это такое? Вот, ну, конечно, да, и все хорошо потом было. Это для меня осталось таким ярким воспоминанием. Ну, оригинально освідчився. Да, да, очень. Томкін дизайн. 70 тисяч підписників, як я вже говорила. Знаєш, для багатьох людей соцмережі – це більш така, не дуже серйозна робота, що там зробити, там публікацію чи фотографію, але я з тобою знаю, що це абсолютна відповідальність, це багато часу на це треба витрачати, придумувати контент, планувати, фінансова, моральна складова. Як народився Томкін дизайн саме? І якщо говорити іменно про страничку, то как-то оно пошло просто само собой. У меня не было такого плана создать страничку студии или что у нас будет студия наша. Я просто любила вот дизайн, любила создавать что-то. Я вообще люблю по жизни что-то придумывать. Это мое самое любимое. Генератор идей. Да, генератор идей, можно так сказать. Мне просто вот я очень сильно кайфую от того, чтобы что-то придумать. А дизайн — это как раз такая вещь. И это можно не только придумать, но и воплотить потом. И кто-то еще потом будет рад этому, да, и будет счастлив там. Идея будет жить. Да. Поэтому это такой победная такая комбинация для меня получилась. Ну, в общем, я просто создавала дизайн в то время, делала свои проекты. Не было такого, что у нас уже там своя студия и так далее. И просто подумала, надо как-то показать, что делаю, рассказать. И создала страничку. Без контент-планов, без каких-то бизнес-планов. В общем, этого всего не было. Я неправильный бизнесмен. У меня все на интуиции, все на чувствах, на эмоциях. Как я чувствую правильным, так и делаю. Вот. И начала потихоньку добавлять публикации. Вначале совершенно не умела писать посты. Я, может, и сейчас не умею, но вначале это вообще я писала. Хорошего дня. Все. Или там «Игра теней» на картинке. А, можливо, хтось з підписників чекав саме такого посту? Может быть, да. Ну, в общем, я потихоньку добавляла, шло время, я одновременно училась этому. Было очень сильно стрессово записать первую историю. Это был прям... Я, наверное, записывала ее раз 10. Я досі записываю раз 10. Я, в общем, это было вообще... Мы сидели в машине. Я так думаю, пора начинать. Нужно попробовать. Люди как-то снимают, почему я не могу снять? И вот я, значит, включаю телефон, начинаю записывать первую историю. Думаю, так, запутываются слова, запутывается язык. Надо еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. У меня еще просто такой перфекционизм на максимуме. И мне нужно, я от себя требую очень сильно идеальности. Не то, что идеальности, просто того уровня, который я сама хочу и жду. Поэтому пока я научилась вот хорошо как-то уже спокойно, естественно чувствовать себя в стори, да, в постах, даже в прямом эфире, то прошло время. И даже сейчас я иногда переживаю. До речі, я вітаю, ви відкрили офіс, власне, вже, так? Де знаходиться? Находится в Києві, возле, ну да, как неожиданно, находится в Солом'янському районі, возле ТРЦ «Україна». Записатись до вас на консультацію чи там отримати послугу можна через директ, чи як от звертаються до вас клієнти? Да, поки що можна тільки написати в директ. Я там лично всім відповідаю.
Можно написать, мы пообщаемся, я расскажу, когда у нас очередь, что мы можем предложить по времени, и тогда мы можем встретиться. Це правда, що клієнту потрібно записуватись там за 2 місяці, це мінімум. І то, якщо у вас є час там і місце, скажімо. Угу. Ну, от якщо говорити зараз, у нас закрита запись поки. Ми доділюємо проєкт і скоро відкриємо запись на наступний рік. Ну, звичайно, у нас запись за 5 місяців в середньому. Це добрий показник. Добре, а от які саме послуги ви надаєте зараз? Это дизайн интерьера, проект по дизайну прежде всего. Есть несколько видов дизайн-проекта. Он может быть там с визуализацией, с подбором материалов или без. То уже мы рассказываем, какие есть варианты, и каждый человек выбирает себе, что ему подходит. Потому что есть многие, например, хотят сами продумать визуальную часть, но у них не хватает там знаний для того, чтобы продумать всю электрику, сантехнику, технические моменты. И мы можем с этим помочь, скажем так, фундамент построить технический, а дальше уже человек может сам. Или, например, кто-то хочет полностью, чтобы мы создали проект от нуля до под ключ реализации. С ремонтом уже. С ремонтом, да. Мы также это делаем и с радостью поможем. А вот я знаю, что нещодавно ты створила, записала власний курс дизайну. Розкажи, поділись. Можливо, ще з'являться в тебе відвідувачі, скажімо так. Курс... Если говорить про курс, я начала о нем думать, наверное, 1,5 года назад, но я не думала о нем как про курс. Я думаю так, ежедневно пишут люди, спрашивают, как в ремонте вот это лучше сделать, как вот это, а как там переделать, а как не просчитаться, а как еще что-то, а как учесть бюджет. И у меня есть рубрика в стори «Разговорный вторник», когда так. Я стараюсь ответить на вопросы. Это как бесплатная консультация, ну и общение с подписчиками. Но вот приходили более масштабные вопросы, на которые в рамках стори невозможно ответить. Я думаю, бескоштовно. Я думаю, так, есть необходимость, вот, запрос, да, на какую-то информацию. То есть информации не хватает. А мне в то же время хочется помочь. Люди, например, могут не заказать у нас проект, но хотят сами сделать, но им нужна вот эта информация. А консультацию я не могу каждому предоставлять, потому что у нас просто времени физически не хватит. И вот я думаю, так, может быть, это будет какой-то чек-лист по ремонту, а может быть, это будет какой-то гайд, а может это будет просто какой-то курс, или может быть прямо офлайн, ну то есть обучение какое-то. Я не знала, как это произойдет, но мы очень долго к этому готовились, опять же, потому что вот этот уровень перфекционизма не давал нам начать. И вот только сейчас я не могла, например, смириться, что сайт еще не доделан такой, как я хочу, или там какая-то презентация недоделана, или еще что-то. Но потом в итоге я подумала, сколько людей ждут курс уже год, да, им нужна эта информация, а информация-то у меня уже есть. Нет только ее оформления такого, как я бы хотела. Я подумала, ладно. Оформление подождет. Нужно все-таки дать вот это то, что нужно первостепенно, то есть помочь дать знания, которые людям необходимы. И вот я решила, пусть оно будет не идеально в своем оформлении, но зато кому-то точно будет полезно. И да, я не сказала, про что этот курс. Да. Курс для тех, кто делает ремонт самостоятельно. Мы постарались с Димой максимально так емко и просто, простыми словами, не так, как для дизайнеров, а просто для обычного человека, который сталкивается с ремонтом, рассказать, на какие моменты обратить внимание. Да, просто рассказать, как лучше поступить, как сейчас актуально, как нет, как даже планировку самому создать. Мы сделали такой конструктор даже ручной, чтобы можно было без программ прямо вот так попробовать. Как аппликации. Да, создать планировку. И, кстати, уже мне присылают вот в конструкторе сделанные планировки хорошие, мы их оцифровываем, и у человека уже получается свой проект, он его сам создал. Як от стартував курс? Скільки людей зараз навчається? Які плани сейчас, в цьому напрямку? Да, сейчас около 40 человек у нас на курсе. Это вот первый такой поток.
И уже он подходит к концу, уже многие сделали планировки, уже сделали там... У нас есть и теория, и практические mm-hmm. задания, потому что я глубоко убеждена, что вот на любом курсе, если просто прослушать теорию и не попробовать ее самостоятельно как-то в практике, нет смысла, да, просто не поймешь, как это делать. Можно подумать, а, все легко, я точно смогу, а потом только приступаешь, да, к выполнению чего-то. И не получается. Поэтому вот мы так захотели, чтобы это было именно с практическими заданиями. И сейчас уже вот многие присылают. Есть запрос на второй поток, но пока не знаю. Хочется совершенствоваться. Будем еще придумывать новые какие-то моменты интересные, чтобы было еще максимально полезно. Том, чи встигли ви вже з Дімою побудувати власний дім мрії? Ще нет. Мы живем, пока у нас жилье арендованное. Uh-huh. Все это пока еще в планах, но у нас есть, конечно, эта цель, но мы не живем ей прям так, что вот надо, надо, uh-huh. надо. Наверное, потому что у нас много обязанностей в плане работы, и нам просто интересно жить тем, так, как мы живем. В работе, в проектах, мобильно нам подходит. Вот, например, мы сейчас планируем, скорее всего, переедем на другое место жительства. И это удобно. Пока нам так удобно. А дальше, конечно, мы планируем и свой дом. Ты сказала, что зараз немає такої цілі, ну, конкретно угу. зараз. А яка зараз ціль? Сейчас у нас все про работу. Так. Ну нічого, це такий етап. Да, у нас зараз такий етап, що ми хочемо максимально наладити у нас в студії роботу, так, щоб у нас все вже було як часики. Да? Тому що є моменти, ми всьому вчимося самі. Ми, наприклад, не знаємо, там, як правильно по части бізнесу, або по части маркетингу, або ще як-то. Це все, як я говорю, наше просто вот йде від нас, як ми душевно хочемо, як нам подобається, як ми чуємо. Тому время требуется на то, чтобы это все понять, как его правильно сделать, как правильно выстроить структуру команды, как правильно научить людей, да, чтобы они с нашими же принципами и как миссия такая же была, как у нас, мы все, чтобы работали в одной команде на общую такую, скажем так, цель. Том, у каждого дизайнера есть своя целевая аудитория. Твой клиент, он який? Угу. Мне кажется, вот мне каждый раз кажется, когда мы встречаемся с заказчиками нашими, что вот они как будто как наши друзья. Ну, в плане того, что они такие же, как и мы. На одних выли. Да, это обычно это, скорее всего, семейные люди. Бывают и не только семейные, кто-то еще в планах, да. Но в основном это вот такие... люди с амбициями, у которых уже, скорее всего, есть какие-то детки. Они приобрели свое первое жилье, а может и не первое. И относятся к этому очень трепетно. Потому что сейчас мы все прочувствовали, насколько важен комфорт у себя дома. Даже в условиях карантина, когда все начали быть дома. Так. Захотелось что-то изменить, что-то сделать более удобным, что-то еще. И вот, вот эта ценность комфорта и уюта у себя дома, мы ее чувствуем, поэтому этим занимаемся. И это чувствуют наши заказчики. Они просто, наверное... как к нам на одной волне смотрят наш Инстаграм, и, возможно, мы им понятны, и наши ценности им понятны, и они совпадают у нас друг с другом, вот поэтому мы и начинаем работать. Дивись, клиенты – это такие людские больше факторы, mm-hmm. эмоции, враження, характеры. Чи бывало таке, что вы не могли знайти спільну мову? К счастью, у нас буквально 1%, когда мы не сходимся с клиентами, это бывает только тогда, когда, например, человек не посмотрел, возможно, направление, в котором мы работаем по стилистике. И вот был один у нас случай полтора года назад примерно. Мы просто взяли проект, не спросили, в каком стиле человек ожидает свой ремонт увидеть, и оказалось в работе. Потом первый этап был не визуальный, а чертежный такой, планировка. Uh-huh. И на этом этапе все было хорошо. Потом, когда начался визуальный этап, оказалось, что мы немножко не в разных стилях мыслим. Мы, например, работаем только в современных направлениях, а наш заказчик хотел увидеть классику.
Не кожен дизайнер працює в класиці. Так, да. Нам просто це не наше, нам це немножко не близько. От нам нравиться мінімалізм і всі сучасні направлення, і ми поэтому в них і працюємо. Те, що вот, додає затишок, так, скоріше? Так, да, щоб навіть і уют, ну що саме головне, комфорт і свободу. От мой главный принцип – нічого лишнього, но в то же время уютно. Но кроме ничего лишнего еще функционально. Ну, то есть все есть, нет ничего лишнего и еще уютно. Ну, в общем, и вот мы не сошлись на вот этом стилистическом направлении. Мы просто не смогли бы помочь на таком уровне по классике, как бы человек, например, хотел. И просто вот так разошлись. Не доробили, так? Да, да, мы не доделали, потому что, вот я же говорю, мы начали предлагать варианты более современные, но все наши предложения в этом стиле не нравились. Ну, такое бывает, это дело вкуса. Том, как проводите разом с Димой вольный час? Чем занимаетесь? Пока что мы все время практически в работе. Вот это и смешно, ну, и не любите, смешно одновременно. Что бы хотелось? Когда бы у нас выходной день такой, что мы решаем так, сегодня вот совсем не работаем, мы можем просто целый день валяться, смотреть сериал. Вот все серии подряд. Дима любит готовить, и готовит очень вкусно. Он может приготовить что-то классненькое. Я могу, но я как-то меньше к этому испытываю такого желания. А какая улюблена страва человека? Любая. Вкусне, приготовлене мною. Дипломат. А от активний відпочинок, що б обрали, от якби була можливість, вільний час? Путешествовать. Мы очень любим, и мы очень к этому привыкли, когда жили в Польше. Открылись у нас двери в плане путешествий. Мы приехали, мы были в Польше на стипендии. И эта стипендия просто по сравнению, ну вот, например, тут у нас была стипендия 700 гривен, а там была стипендия 900 злотых, из которых половина была на жилье, а половина в свободном пользовании. И этого нам хватало просто, мы и ездили по Европе. Нужно сказать, там были просто тогда еще возможности. Например, Мегабас, фирма такая автобусная, она делала на первые 5 билетов билеты бесплатные по 0,45 центов. И можно было за месяц, например, спланировать таким образом путешествие, что ты за месяц выбираешь автобус в одном направлении, оттуда берешь сразу в другом направлении, и вот так выстраиваешь маршрут, и все по 45 центов. И мы так и делали, и поэтому мы попутешествовали классно, и теперь нам этого не хватает, хочется. Ты загадала за финансы. Зараз тебе влаштовують і вашу сім'ю фінансово? Я, чесно говоря, у мене нет какой-то финансовой сильной цели. Я просто немножко свободно отношусь к вопросу денег. Поэтому то, что у нас есть, нам хватает. Если будет больше, будет хорошо. Если будет меньше, мы как-то справимся. Ну, у меня просто нет такой зацикленности в финансовом плане. Поэтому я отношусь спокойно. Томочка, наостанок. Амбиції, плани, перспективи які? Я надіюсь, що в скорому часі я скажу, що ми гордимося тим, як ми класно настроїли нашу команду. Я надіюсь, що ми вже зможемо сказати, що команда працює на такому рівні, на якому ми поставили собі ціль. Да? Це найвищий наш рівень, а ми собі маленьких цілей не ставимо. Вот. Надеюсь, мы сможем больше уделять времени друг другу. Может быть, найдем какое-то занятие для свободного времени, может быть, откроются больше границы для путешествий. Переключимся от работы нон-стоп в сбалансированную жизнь в работе и в отдыхе. Ну, я вам всего бажаю. Спасибо. Блиц, готова? Найпростіша порада, аби прикрасити інтер'єр до Нового року своїми руками. Угу. Викинь все лишнє. Знову ж таки, за свободу, так? Звісно. Якщо можна відповісти немножко шире, давай, то люди просто починають думати, так, чого би ще додати, а для початку можна убрати 80% того, що не потрібно, а потім вже і так стане краще, і можна буде щось додати одне, і буде вже супер. До речі, у вас вдома на цей Новий рік ялинка штучна чи справжня? А ми ще не приобрели. Думаю, а плануєте? Думаю, настояще. Улюблені квіти? Мені подобається еустома. Це тому, що Тома є. Улюблений стиль одягу?
комфортний мінімалізм. Одним словом, для мене 2020 рік – це? Іспитання. Чому? Сложні були періоди. І в роботі, і от в карантин, коли почався, і в нашій личній якоїсь житті, поки ми це все налажуємо. Тому так. В Кропивницькому улюблений заклад для обіду? Дом. Я нігде не обідала, тільки вдома. Улюблена марка машини? Volkswagen? У нас Volkswagen. Ну, у мене нет тяги просто к автомобілям, поэтому. Улюблений сніданок Діми? Уже был такой ответ, но любой, который я приготовлю. Но особенно ему нравятся тосты с лососем и авокадо. Что может тебя засмутить? Все, что угодно. Очень сильно я на эмоциях всегда. Да. Я могу от любой мелочи расстроиться, могу обрадоваться. В общем, любое. Меня может любое расстроить и обрадовать. Да. Якби подарували тобі сертифікат з БОДу, яке б враження ти обрала б? А які там є? Та там їх безліч просто. Да? Може бути, політати на вертольоті? Поплавати з дельфінами? О, супер. Ти щаслива зараз людина? Звісно. А що ти маєш? Чому ти щаслива? Від чого? Во-первых, я получаю огромное счастье от того, хто со мною. Люди. Это Дима, конечно же. Родители, мои друзья. И все люди, которые нас окружают, слава Богу, что они такие у меня в моей жизни случились и такие мне встретились, потому что я их всех очень люблю, и они меня, надеюсь, тоже. Конечно, тоже. И еще, что меня делает счастливой, это свобода. В том, что я выбираю, в том, что я делаю, в том, что я могу решить не только сегодня, что я хочу там сделать, куда я хочу пойти и так далее, а и на будущее, например, я могу, если мне захочется какое-то направление в работе сменить, что-то придумать новое, да, открыть какой-то салон, неважно, придумать еще какой-то образовательный проект, я в этом свободна, и это очень круто, потому что, я же говорю, вот это моя жизнь без придумывания и реализации чего-то просто не будет такой, как она есть. Творчі люди, вільні люди, так? Да. Я тобі бажаю вам з Дімою. Бажаю, щоб було побільше крутих, цікавих проєктів, щоб було побільше щедрих замовників і було так, як ти хочеш у 2021 році, щоб все устаканилось і ви мали більше вільного часу на себе. Спасибо Я большое. Дуже рада, що Очень ми зустрілись. Приятно. Я ще б говорила б і говорила. Продовжимо. Да. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.